Всем привет, с вами Розе. Небольшое обновление мира Lineage 2 Mobile. Начнем с самого вкусного. Подарки для поддержки приключений наследника. До 29 марта пройдет ивент. В магазине алмазов можно купить за 1000 адены сундучок, в котором будут кристаллы, улучшенный кристалл, реликвия энергии, золотая настойка леи, карты класса высокого качества 6 раз и карты высокого качества агатиона 6 раз. И подарок приключений наследника. 100% шанс всего получения. Подарок приключений — это вероятность. Можно получить камень жизни, камень духа, благословенный камень жизни или духа. Дополнительно с определенной вероятностью вам может попасться зелье пробуждения среднего качества один раз. Следующий ивент — рассветное время. Наверное, время рассвета. Тоже до 29 марта. Новый храм, который у нас появился. И в этом храме теперь на время проведения ивента будут выпадать сундуки рассвета. Знак поручения от 50 до 500 штук. 100% шанс получения. И также будет вечером 21:00 по почте будет отправляться подарок рассвета. Время оживающих мифов. На почту будет приходить письмо в 9 часов вечера. Энергия Инхасад 1000 единиц. Таинственный сундук мифов с чернилами. Ну, название, конечно. В этом сундуке будет свиток легкости, свиток защиты, расходнички и магический пергамент от 15 до 30 штук. 100% шанс. Очень крутые ивенты, очень вкусненькие, но маленькие, но очень вкусненькие ивенты. И также обновление символ дерзости, который покупается за кристаллы дерзости, которые выбиваются в башне дерзости. Обновлены с ними коллекции временные. И также магазин алмазов. Что мы тут видим? Паки, что у нас... Если вы покупаете все 4 пака, вы получаете дополнительно 1000 очков пробуждения. Давайте посмотрим, что в паках. Песочные часы, улучшенный легендарный, улучшенный героический. Ордена славы, знаки поручения, кристаллы, пособие высшего качества, реликвия энергии, бонусная монета мастерства, за которую можно покрутить мастерство. Также и агатионы. Так, и на этом ивенты и обновления все. С вами был, как всегда, Розе. Ставь лайки, подписывайся на канал. Всем до новых встреч.